Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Hills of Steel. Давайте улучшим жнеца, повысим. Вот, отлично. У нас 6-й уровень уже. И поехали. Поехали добывать монетки. Так, хорошо, что мы повысили нашего жнеца танка. Сейчас проверим его. Опа! Да, защита лучше стала. Так, сделаем так вот. Будем в защитном колпаке ехать. В такой капсуле защитной. Опа, танк. Есть, уничтожили. И сейчас будут у нас НЛОшки летать. Вот, слышу, летит уже НЛОшка. Так, вот этого маленького сейчас щелкнем. Вот это замес. Есть. Уничтожили мы всех врагов. Давайте дальше. Ага, красный, смотри. Ё-моё, ты чё творишь, а? Есть. НЛОшка, готово. Босс. Оу! А, повелитель, нифига. Повелитель едет. На тебе, повелитель. Ух ты, нифига. Давай назад лети, во, молодец. Опа, готов. Всё, мы повелителя вырубили. Что ж ты не едешь? Давай, поднимайся. Нифига себе. Подняться не могу. Так, берем ремкомплект. Так, слышу еще. Летят они, летят. Вот так вот, встанем. Есть. Так, броню сделаем. Так, этот у нас лежит. Чувачок. Все, готов. О! Хорошо, успели. Ну, где-то летят, я слышу. Вот, один, два, три даже. Нифига себе. Целых три НЛОшки. Опля. Есть. Уничтожили. О, еще один, да ты чё? Ах ты гад. Давай, лети сюда. Все, готов. О, еще один. Все, нету никого теперь. Едем. Монетки. Типа, где монеты, там и танки будут. Ага. Что ж ты так медленно летишь? На тебе. Так, ну слышу, что летят. Вот, летит. Так, два их, да, было? Больше не будет. А, танк. Обычный танк маленький. Так, монетки соберем. Еще один красненький. На, получи. О! Где-то летят они. Есть! Да ё-моё, на тебе. Так, и вот этого летающего. Все, убили. Монетки сейчас все заберем. Вот, летят. Ну. Есть. Раз. Два. Так, лазерный. Лазерный, чувак. Получай. Ну, всех мы танков сейчас перебьем, ребята. Потихонечку. На одном колесе еду. Хилл Клим Рейсинг, и мне бы уже дали бы какие-нибудь монетки. Если на одном колесе. Так, лазерная пасть, а что он здесь делает вообще? Слушай, чувак, ты на Луне как бы должен на Луне жить. Ну ладно, подождем сейчас. О, попадание. И еще немножечко. На, готов. 950 монет. Сейчас подлечимся быстренько. И сделаем защиту. О!
Ё-моё, защиту мою сняли. Вонючки. Ну ладно, вас, я смотрю, много прям налетело. Всё. Как налетело, так и улетели. Ох ты, ё-моё. Смотри, какое управление стало странное. Либо это скорость, что мы двигатель прокачали. И он стал так вот неуклюже ехать. О, сколько вас много, а, слушай. Ладно, как-нибудь с вами я разберусь. 327 монеток всего лишь дали мне. Ой, ну что ж, я предлагаю в зимнюю войну пойти. Да, не пойдем мы жнецом. Вон зимняя война. Я не думаю, что здесь будет сложно. О, давай-давай, поднимайся. На тебе. Отдыхай. Давай сразу защитку я включу. Так, двое вас. О, на, получай. Пробили как-то мне защиту, я не понял, что-то. И как они это сделали? Так, один и второй. Давай. Да что ж ты будешь делать? Получай. Тут всего лишь по монетке дают, офигеть. За сбитый танк монетка. Ну что это? Что это за зарплата такая, а? Что это за зарплата маленькая? Отвечай мне, танкист вражеский. На, получай тебе. Все. Как медленно, смотри, продвигается к этому самому боссу. Ё-моё, чё ж ты заехать-то не можешь, а? На, получайте, вдвоём. На пару. Ещё, готово. Ох, не знаю, выиграю или нет. Потому что что-то у меня уже по здоровью нехорошо. Хотя здесь особо таких сложных танков-то нету. Вот этот тут сложный, ладно, мы его проедем. Меня он бесит. На, получай. Вообще здоровья мало, не знаю, как я тут справлюсь. Ох ты, у меня там дрочит, смотри. Стреляет меня. И так уже здоровье слабенькое. Ну понятно, понятно, уничтожили, хорошо. А тогда будем с вами бороться по-другому. А, тогда будем бороться с вами по-другому. Берем ад Феникса. Пускай они сейчас с Фениксом моим повоюют, так как они воевали со Жнецом. Сейчас, подожди. На тебе огня. Ладно, сейчас подъеду поближе. Слишком близко не буду подъезжать, чтобы ты меня не тронул. Ух ты, чуть не перевернулся. Ладненько, так, едем. Опа, стоп. Во! На тебе, гад. А ты чё? Неубиваемый такой, а? Смотри, сколько у меня здоровья-то повредил, офигеть. И это всего лишь начало, ребята. Это всего лишь начало. Ну да, здесь стоят такие танки, противные. Противные танки стоят, вот особенно Катюша. На, сгорайте уже. Смотри, какие они противные, сколько их много, а. Во. Это от тебя еще я буду слушать здесь стоять. Быстро подлечусь сейчас. Немножко. Все. Вот попробуй звездочку, да, заработать. Да офигеешь, зарабатывать. Все. Очень уровень у них сложный. Я не знаю, зачем так сделали разработчики. Есть, уничтожили. Так, красненького теперь. И красный готов. 50-50 у нас теперь. Ну, конечно, здесь танки. Видишь, каких они танков сюда прислали, которые стреляют, как крысы из-под тишка. Вот. Нормальных танков нету здесь. Ох ты, прям в подлете стреляет. Это очень редко для таких танков. Все, здоровье у меня уже маленькое. Вот, смотри, стоит хитрый. Хитрый пес. Есть один. Второй. Третий.
Да ё-моё, хватит меня стрелять уже. Так, совсем здоровье маленькое. Так, ты еще будешь тут стрелять, да, стоять красный? Эй, красный, на тебе. Так, ну скоро босс, но у меня уже здоровье маленькое. О, повредили мне. Вот, смотри, вот эта крыса сейчас будет стрелять в меня. На. Нет, я его не вынес. Он меня уничтожил. Да, я не буду использовать, конечно, алмазики. Сейчас я еще алмазики буду тратить. Ой, ну как-то так, поиграли. Хорошо или плохо, пишите в комментариях. Привет и передавайте. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. До новых встреч. Всем пока-пока.